Мы проводим патриотическую акцию в поддержку наших военных. В акции приняло участие более 70 человек. Это партия «Единая Россия», это спортивно-патриотический клуб «Ярополк» и «Молодежь Красногорска». Сегодня мы устраиваемся в виде буквы «В». «В» — это символ слова «вместе», «вместе за наших», в поддержку наших российских военных. Сегодня мы проводим данную акцию уже во второй раз. Первый раз мы выстраивались в виде буквы «З». Акция проходит на площади ДК Подмосковья. Это такое историческое место для нашего городского округа, поэтому подобные акции мы стараемся проводить именно здесь. Наша молодежь должна знать своих героев, и с подобными акциями мы формируем правильное патриотическое воспитание у нашей молодежи.